Смотри, стоит там что-то. А у барба есть? Давай добавим. Поэтому огонь как работаем, делаем последнюю стену, армируем, ну армобойс доделываем. Вот так у нас примерно получается, ну, по веревочке, чётенько. Вот. А, опустили сейчас кольцо, ребята приходили, просто одному это вообще звездец. Втроем мы кто хоп-хоп-хоп и туда бульк. Все, третье кольцо готово. Осталось его немножко подтопить. Там чуть-чуть. И все, это так будет. Импровизированный дренаж. Докопался я там до песка. И теперь вода туда отлично уходит. Туда глубоко под дом. Надеюсь, тут много воды не будет, поэтому... Поэтому. В общем, здесь... Дверь в цоколь я увеличил. Теперь она будет 1,90 м. Вот, пришлось вот такую канитель городить. Да, немножко неконструктивно. Вот, ну, попытались арматуру, одну арматуру не разорвать. Поэтому мы чуть загнули. Здесь слой около 50 миллиметров будет бетона. Сверху такую буковку П. Зю загнули тоже с переходом с нижней арматурой, сделали ее наверх. Это чтобы как бы получить, ну, более-менее цельную конструкцию, потому что снизу у нас цельная, вот там перемычка идет фундаментная, и хотелось бы здесь тоже получить цельную. Если что, она мешаться не будет, она получается у нас вровень потом с плитой перекрытия. И здесь вот здесь обратно, то есть 246. Вот там, да, надо чем-то пометить. И там можно ее загнуть обратно. Единственное, знаешь что, а мы ее затащим потом, она залезет. Я что-то думаю, что она один тогда не залезет, да? Если делать ее с этой стороны и с этой стороны, и связать по центру, проблемы нет. Потому что ты сейчас вот этот кусок просто засунешь вот туда и вывернешь, да? Тогда пусть это... Охлаждаешь, давай второй, значит. Прислонить надо? Да. Подходит, не подходит? Да. Просто да, поднести. Это оттуда. Да, да, Больше не меньше. Все, давай вторую по ней. Можно по ней? Это вообще не для этого. Я поняла. Абсолютно не для этого. О, совсем.
короче. Усё. Тогда как надо нам ее? Греешь туда, да? Да, да, и туда. Да. Ну, просто чтобы не мешалось, чтобы тебе можно было куда-то это подальше загнуть. Ай, как это? Тут еще надо. Да, все у нас уже все отлично. Нарез есть. Ну там либо ручка, я просто выкручиваю, чтобы не держать. Лучше? Вкусно. Эти узлы у нас еще не идеальные. Тут сейчас еще будет перемычечка сверху, снизу. По углам пройдемся. Смотрите. В общем, процесс не стоит, движется. Надеюсь, движется к логическому своему завершению, по крайней мере, на этот сезон. Что-то уже подзадолбался я, если честно. Наверное, надо было какую-нибудь большую банду нанимать, чтобы они уже... Да, тут вот тоже не очень правильно сделали, пришлось доборы кидать. Сейчас еще перемычку сделаем. Вот. Лучше, конечно, было банду нанимать, потому что, ну... Когда работают два человека, это одно, да, одна скорость. А когда работает уже четыре человека, и работают они, допустим, полноценно с 8 до 5, да, там с одним обедом каждый день, они два полуземлекопа, которые работают от случая к случаю, от выходного к выходному, да, там вечерами, это немножко, конечно, не то. Ну и плюс еще сбой накладывается с бетоном. Как оказывается, не все так просто. Нельзя по звонку заказать бетон. Там либо цена неадекватная, либо люди какие-то непонятные, либо сам бетон не ясен, что за бетон, и непонятен, кто это. Опять же, может быть, было бы выгодно нанять, опять же, отдельную банду, которая бы прямо тут месила песок, не знаю, щебнем, с цементом. Руками и заливала бы это руками, может быть, даже было лучше. Может быть, было бы лучше щиты делать из чего-нибудь другого. Может быть. Ну вот, уже иметь то, что имеем. И вроде даже что-то получается. Когда перекроем, буду считать, что львиная доля работы по фундаменту завершена. Хотя это будет еще не завершено. Хотелось бы, конечно, в этом году закрыть полностью. То есть и верх, и все-таки низ тоже доделать. Что-то надо еще будет между фундаментами перемычку сделать. Снизу, сверху, как бы. Вот сейчас две стены, они как бы отдельно. Я хочу их между собой перевязать. И ну, чтобы от воздействия грунтов, да, от нагрузки, у меня как бы сердцевина, она не поползла никуда. Хотя это вряд ли, но все же. Особенно, когда я нагружу сверху. Всем остальным. В общем, процесс идет. Идет. Вот, кстати, таким образом выглядит зуб. Будем увеличивать ширину стены, потому что стена всего 400, а мне нужно получить 580. Вот. Отсюда до конца должно быть где-то вот так вот. 580. И чтобы нам не делать вот эту такую глубокую, ну такую широкую стену до самой бездны, да, этой глубины, вот придумали вот такую конструкцию. Вот сижу такой
занимаюсь чисткой арматуры. Ребята подогнали, в общем, и старый бэушный, и старый бэушный наделали мне заготовок по моим размерам, которые я просил, такого плана. А что вот и фокус вот такого плана и, соответственно, такого плана. Для чего такой план и такой план, это не суть важно. Важно то, что я сейчас сижу с болгаркой, на котором надета металлическая щетка, и привожу эту арматуру в порядок вот примерно до такого состояния, чтобы видно было ее фактуру, скажем так. Потому что арматура, которая запихивается, скажем так, в бетон, она имеет определенную форму для того, чтобы улучшить сцепление с этим бетоном, да, и чтобы получилась такая монолитная железобетонная, именно железобетонная конструкция. А то, что мне дали, оно имеет, ну, форму прута круглую, потому что она настолько уже долго лежала, что она проржавела и, в принципе, руками там кое-где отшелушивается. Вот именно поэтому я сейчас сижу под фонарем с болгаркой, щеткой, в наушничках, в перчаточках. И занимаюсь вот такой штукой, как чисткой. Соорудил себе столик. Диван сюдым, сюдым, сюдым. И погнали. Вот. Да, это делать нужно обязательно в очках. Почему? А потому что вот наглядный пример. Вот где мой палец. Палец прилетела вот такая. А вон она торчит, по-моему. О, о. Вот такая штука мне прилетела. Эта штука летит во все стороны. Физиономию. И в глаза. Я просто вот сейчас перчатки снял, еще в перчатках работаю. Ну, собственно, вот занимаюсь вот такой штукой. Я сделал уже 50 вот таких, почистил. Еще там, здесь, ну, еще где-то 40. Всего про всего осталось. Ну, работа где-то еще на час. Ну, небольшие изменения. Начали сейчас собирать опалубку сегодня. Ковырялись, ковырялись. Ну, вот. Зуб пока получается, ну, как-то так. Тут еще будет утеплитель на вертикальной части, на этой заваленной еще будет утеплитель. Здесь будем крепить 50-ю доску еще, потому что не хватает нам. Такая конструкция будет, вот такая вот. И с нее как-то еще одну вертикальную доску надо будет к ней присандалить. Как это будет выглядеть, пока туго себе представляю, что-то башка уже не варит.